Новая дорожная техника прибыла в Ольгинский муниципальный округ и Дальнегорск. Усилить северные территории специальными дорожными машинами поручил глава региона Олег Кожемяка. Работы по очистке дорог Ольгинского района продолжаются. Находимся сейчас на 333-м километре автодороги Находка-Лозо-Ольга-Кавалерова. Задействована также новая, вновь поступившая техника. В работе участвуют автосамосвалы, погрузочная техника. Также ведутся работы по содержанию, очистка от съезжных переметов и обработка песко-соляной смесью. Ранее этот участок, который в будущем будет реорганизован в полноценный филиал, уже получил подобную технику и имеет положительный опыт работы. В ближайшее время сюда прибудут самоходные грейдеры. Техника зарекомендовала себя хорошо. Ну, обслуживание не столь сложно. Работать можно. Объем производительности, конечно, повысится, потому что ковш большой, как бы техника послушная, как бы усовершенствовано, все как бы сделано довольно-таки. Дизеля хорошие стоят. В дальнегорский филиал «Примавтодора» поступил новый погрузчик. Его тоже запустили в эксплуатацию. Техника работала на очистке остановок и дорог в городе. Ожидаем, на следующей неделе у нас должны подойти два автогрейдера. Вот, один автогрейдер тяжелый, ДЗ-98, плюс техника компании «МКДОР», вот, средний грейдер. Вот, также мы в марте-апреле ожидаем еще приход самосвалов КДМ, комбинированных дорожных машин, ждем бульдозера, вот, и различные трактора с различным навесным оборудованием. «Примавтодор» в течение года получит 315 единиц техники и 3 асфальтобетонных завода. Большая часть машин производства Белоруссии, остальные – России и Китая. Дорожная техника является универсальной и предназначена как для определенных видов работ, так и для содержания. Олег Завьялов, Анна Дьякова. Новости на Восьмом.